От Владивостока и до Москвы жители 23 регионов России уже посмотрели премьеру российского художественного фильма «Счастье в конверте». Накануне у тверичан была уникальная возможность не просто увидеть новинку, но и лично пообщаться с командой создателей картины. В ККЗ «Панорама» прошла большая презентация. Эксклюзивное интервью с творческой группой увидите в сюжете. «Счастье в конверте» – это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Тверь стала 24-м городом, где в таком широком масштабе прошел показ премьеры фильма. Однажды зимним вечером на небольшом почтовом отделении собрались три женщины, три почтальона разных возрастов. Молодая девчонка, которая сегодня первый рабочий день, женщина среднего возраста и почтальон уже, скажем так, бывалый, та, которая уже давным-давно здесь работает. Вот они сидят, внутри такое ламповое уютное настроение, за окном падает снег, они пьют чай, едят торт и разговаривают о жизни. И вот в процессе происходит рассказ трех историй. Каждая из них так или иначе связана с письмами. Поэтому фильм называется «Счастье в конверте». Одну из главных ролей в первой новелле «Время последних романтиков» сыграл актер Тверского академического областного театра драмы, заслуженный артист России Залим Мирзоев. Он поделился с нашей съемочной группой, что эта роль стала для него особенной. К слову, и написана она была специально для него. Мне очень хотелось рассказать о людях, которые, в общем-то, меня сформировали. Эта тема во мне так болела, и вдруг мне предлагают такую роль. Она дала мне возможность вот в этой роли вернуться в конец 50-х, начало 60-х годов и глазами ребенка взглянуть на то поколение, которое только что вернулось с войны, победителями. Сама идея фильма принадлежит режиссеру Светлане Сухановой. Она давно ее вынашивала. Лет 10 эти истории жили в ее голове и сердце. Здесь также очень много друзей, знакомых. Ожидание одно. Я очень хочу, чтобы вашему зрителю понравился фильм, потому что мы действительно от чистого сердца старались его сделать именно для зрителей, потому что все отмечают, что это не коммерческое кино, что его очень сложно продавать. Но я надеюсь, что вы сегодня это увидите, те эмоции, с которыми выходит зритель, зала. Это дорогого стоит. Почувствовать себя счастливым смогут все желающие тверичане. Картина идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Возрастное ограничение 12+. Расписание и заказ билетов доступны на сайте panorama-tver.ru. Справки по телефону 300 033.